Это новый порт в городе Алании, находится в другом месте. Он предназначен специально для маленьких белых яхт, для семейных, частных. Вон там по курсу круглая крыша, это дискотека ночная, называется Иллюзион. Ну а вот это вот маленькие яхточки стоят для аренды и также частные. Также здесь можно увидеть парусники различные, но, к сожалению, они не ездят, потому что они не пользуются спросом. Также вон видно катамараны. Арендовать, в принципе, можно любую яхту по договоренности. Некоторые яхты специально делают туры для туристов. А здесь в основном стоят яхты частные, которые катаются сами, без привлечения туристов и бизнеса. Еще раз обзор. Ну и можно крупным планом дальним.